Блин, я стою. Я все еще стою. Я все еще стою. Я бью, я дерусь. Да ладно. Драка, драка, драка. Так у него получается не вечный стан. Найс. Живем. Я вообще строю барак. Всем привет, друзья, с вами 1-2 КХАУС. Я не удержался и снова играю в эту карту. Она что-то меня прям реально затянула. Вместе с верным Джуманджилосом. Теперь еще Дима, так что не будет так скучно полтора часа соло комментирования. Я строю милицию. Блин, ну... Куда? Где? Серый вроде свалил. Вол, смотри. Да, это прям интересно. Я вот в прошлый раз башни строил этим героем. Теперь я прям запушу сейчас. А, то есть у тебя прям этот здание, которое суммонит, да? Да, бавнит милицию. Вот оно, ну, там от уровня зависит только время действия. То есть 50 секунд на 9 уровне, а КД 48. Ага. Ну здесь многие такие, эти, это монокост, да это. Так. Я же могу. А курьера нет, что ли, у нас? Без проблем. Жалко, видимо, курьера нет, а у меня уже хватает просто на этом. Без проблем. Несомненно. Так, мне надо атаковать, атаковать, атаковать. Без проблем. Нечально. Чё, что нет курьера? Это я начал строить барак типа в этот в лесу и убили его. А постройка барака у тебя как заклинание? Да. Забавно. О, найс, я спер пояс на 6 силы у этого, у крепца. Так, я могу то... Ой, меня убили. Они не убили меня. Я могу таунхолл строить. Джузи. То есть, может, ты даже лес можешь добывать? Посмотрим. То есть, когда мне и зрителям надоест этот герой, то есть никогда, то я буду играть героем, как у Димы. Ну, да, только надо повнимательно играть, не отдаваться о башне. Блин, а я вроде добивал же, не? Текс. Этот мой. Не, вначале пацаны скидывают айтемы, это круто, а сейчас уже мне ничего не надо. Я уже сейчас сам за сноуболю, в общем-то. То есть видите, с каждого удара, когда меня бафает Джуманджилос, я получаю 2 голды. Они не увидят меня. Представляешь, просто сейчас с каждого удара. Читер. Да. Так, блин, как долго. Курьер бежит. Таунхолл строится-то, а? Все, найс, здесь... собранный артефакт. Без проблем. Так, этого но пока я ограбить не могу. Они не увидят меня. Найс, 40 голды. Текс. Без проблем. Ну сейчас я вроде даже получше как-то развиваюсь. Хотя не знаю. Так, ладно, этих всех убьют. Давайте посмотрим, что мне еще надо. Я не так хорошо помню. Это слишком хороший айтем, чтобы его не собирать. Ring of Agility и Simple Sword. То есть один, по-моему, стоит 1200, другой 1000. Вадим, срочно нужно 7 голды. Пока у меня здесь нельзя передавать золото. Блин. Я поэтому и прошу покупать айтемы. Потому что это единственный способ. Я причем просто толкнул, построил, он... Самые дорогие айтемы, причем их это. А, или он бесконечный. Самые дорогие айтемы, их нельзя передавать. Ну я уже скоро буду сноуболить. Я представляю, как бы я играл, если бы мне не скидывали золото. То есть каждый раз, когда я подхожу к паукам, меня бьют. Они не увидят меня. И я вообще даже подойти к паукам бы не мог, только иногда я смог бы бить скелетов. Текс. Ну, надеюсь, что Таунхолл у меня не пропадет. Он останется. Эх, блин, да как так-то? Без проблем. Этот мой. Ну. А у Таунхолла нету этого время призыва? Вроде нету. Без проблем.
Так, нужен косарик. Косарик. Потому что весь дамаг, который сейчас, по сути, я куплю, это все превратится в золото опять. Без проблем. Этот мой. Ага. Блин, а что такое? Не успел. Ты же? А, это просто такой долгий КД. О, 150 голды у паука украл. Найс. Так, давайте проверим. Все-таки меч косарь, да, правильно помню. Без проблем. Ой, уже зомбари всякие поперли. Найс. Этот мой. Эх. А, все, уходим. Ну, блин, в итоге ни одного не добил. Я думал не качать первый спелл, вот это воровство золота, типа качать сразу ловкость, но потом подумал, что все-таки этот спелл, все-таки он хоть и редко работает, но зато вначале он дает необходимый буст, а потом все равно я перекачиваюсь. Здесь, короче, меч, когда покупаешь, то перекачиваешь спеллы. Ого. Есть меч такой дорогущий, который нельзя выложить, там все дела. Но вообще здесь вся фишка в том, что у всех атака бомжовая вначале и защита, то есть не геройская. Без проблем. И надо покупать айтемы, чтобы атака и защита была. Да блин, это... смотрите, какой пенек, малюсенький пенек. Ой, что-то Джуманджелс, ты как-то мало у крипов стоишь, ты опыт-то получай, а то... А, блин, он же не в скайпе. Я вот не знаю, где мне голду вообще получать. Без проблем. Слушаю. Мне бы воркера построить, но... Моли о пощаде. Ну да, я не знаю, как тебе голду получать. Но может быть тебе надо в лесу построить башни? Типа, чтобы я зачистил вместе с Думанджилосом лес, а ты там построил башни, и там постоянно спаунятся крипы. Ну может здесь как плохо, в доте, да, типа... Может здесь как в доте, типа, если ты видишь спаун, то крипы не спаунятся? Без проблем. Я не знаю, если так, то... Так себе... Джуманджелосу сложно, конечно. Потому что как только он подходит... Хотя не, у него... А, не-не-не, 290 хп. А, я пояс ему дам. Найс. С поясом ему должно быть попроще. То есть у него будет больше хп, чем у лучницы. И он сможет опыт получать. Ну потому что, блин, ему и так не так интересно играть за саппорта, наверное. А так он хотя бы сможет, ну, полноценно играть. 387 хп у него, лучницы. Здесь, короче, когда вражеские здания ломаешь, то крипцы твои сильнее становятся. Ну вот наши выходящие вот эти вот. Блин, надо ману отрегенить. Тут совсем что-то скучно. Вперед. Без проблем. Ну, не знаю, блин, у меня здесь какой-то айтем. Если увидишь какой-нибудь айтем на лайфстил, говори мне о нем. Ну вон 12% лайфстила. Где? Гоблин Мерчантс. Ага. Ну я что-то в прошлой игре вообще без лайфстила играл, это, конечно, косяк. То есть лайфстил нужно обязательно. Самое забавное, что этот, у меня уже 150 атаки под бафом Джуманджилоса, представляешь? Без проблем. 100. Здорово тебе! Да. Ну я знал, кого брать. Фигли. Но я решил. Ну, когда карта клевая, можно. О, айтем спер. Ого, какое-то копье отравляющее. Атак дэмэдж на 23. Ну, кстати, нормально, в принципе, для начала-то. На 23 атаку улучшить. Текс. Хотя лучше бить крипцов. Блин, может не этот, какой-нибудь артефакт скинешь. Там. А зачем тебе? Деньги, в смысле? Ну, я хочу рабочего в какой-то веке построить. Я не знаю, что он дает просто. Может, он там добывает голду, а мы... Ну, давай, на базе что-то. Я сейчас куплю тебе что-нибудь. Давай. Ну, чтобы хотя бы за соточку продалось. Так, за соточку продалось. А, чё, а за 200 что-нибудь... А, ну ладно, я штуку на реген куплю, например. А, ну за 400 я купил, на. Без проблем. Выложил на базе курьером. Без проблем. Видишь, да? Угу. Ну, хорошо. Я пока башню просто строю. Да, ну сейчас я с лайфстилом буду еще сидеть. Блин, такой, блин, сморчок из земли торчит. А эффект, как будто обходить этот сморчок через полэкрана, блин. Без проблем. На.
все, две голды. Так, а что там все-таки 1200 эта штука стоит, да? 1200, да. О-о-о, крипы, это, боссы пошли. Этот мой. Эх. На босса мне не ограбить, блин. Ладно, я, наверное, на базу. Сейчас, пока босс пропушит наших крипцов, там заодно крипов скопится побольше. Блин, жалко, что денег не хватает на агилу. Агила-то, конечно, королевская, 12 агилити. Кстати, этот, есть хил у всех тут. Видишь, да, Дим, понял? Это я еще от прошлого раза помню. Так, где там наш босс? Вон у нас гнол. Блин, партнер. Я голем, который мне фармить не дает. О, героя построил. Он строит бараки, трежер бокс. Без проблем. Одна голда в секунду. И сколько стоит? 560. То есть 560 секунд, да? 10 минут окупается. Ну да. Не, ну игра полтора часа, так что нормально. Ну, я думаю, да, это неплохо. Так, ну что, режем скелетов. Где же мой верный Джуманджилос? О, вон мой верный Джуманджилос. Где самый простой кэмп лесной? В 10. Угу. Может, его хоть зафармливал, а что-то совсем делать нечего. У меня голем просто всех убивает. Они не увидят меня. Так, ну я жду все, не убивая босса, чтобы... Джуманджилос, видимо, добил. Или что, или крип? Да ладно. Я жду, не добивая босса, для того, чтобы его обокрасть. Ой, блин, а он на башне уже сейчас отдастся. Нет, босс. Без проблем. Ой, блин, я не добил босса. Так, чё? 3 life regeneration, 50% mana regeneration. Ну, кстати, нормальная тема. А чё, здесь нет уже никого, да? Этот мой. В смысле, а чё, лес зачистили, что ли? Ну, походу. Странно. Да, блин, что-то башня меня все застеляла. Гребаная башня. Без проблем. Да, я, конечно, вообще что-то по голде просел. Начал очень хорошо, а сейчас... Вон-вон же паучки. Вот это ну вот. Ну да, только, блин, опять сейчас... Без проблем. Че, опять голем или кто другой стреляет? Да-да. Моли о пощаде. Этот мой. Так, че, гасим? Гасим? Блин, опять меня добил. Да ладно, что-то как так все просто было. Ой, сейчас здесь зря Джуманджилос проатаковал. Мне, кстати, этот, спер у босса айтем 22 армора и 20% ретурна дэмэджа. Они не увидят меня. Выгодно украл. Ну лучше бы там где-то 500 голды мне дали или сколько. Так, все, сейчас башню сломаем. Ну не сюда же. Башня, башня. Ой. Блин, Джуманджилос добил башню. Блин, у меня саппорт какой-то фармящий. У него атака, блин, 10 раз меньше, чем у меня. Ой. Так. Ну что, сейчас крипы пойдут. Я пока себе колечко куплю. Я просто так плохо добиваю. Он бьет рандомно и плохо. Так, на хилочку ему надо дать. Блин, мне тут столько развиваться можно, просто денег нету ни черта. Я могу бараки строить, там апгрейды делать на юнитов. Ну тебе надо где-то зарабатывать. Соберись там, ну чтобы... Вообще и без понятия где. Ну вот есть еще вот 10 вот крипцы, например. Там, ну там они посильнее, но там тебе зато не... Так я не могу сильных убить, я вон 4 левел. Так в смысле, а ты же спавнишь этих ментов. Да они слабые тоже очень сильно. Что-то наши крипы пушат там... А, ну кстати, я здесь там могу влепить. Без проблем. Превосходно. Так, что там, где моя конешка? Так, и все, теперь копить на рецепт. Но что-то я так просел по голде, непонятно. Вроде босса не добил, босса не дали денег. А дали фигню какую-то. Офигеть! Издевайтесь. Так, давайте паука добьем. Ну, ну, гадский паук. Так, надо зомбаря добить. Ну видите, сколько их хп остается, это жесть. За что так? Без проблем. Этот мой. За что так вообще, блин? У них остается хп 3 секунды, блин. 3 хп точнее. Так, что там?
Сколько стоит дуда? 1600, ёшкин кот, ну понятно, короче. Так, ну сейчас надо пуджа ограбить, короче. Без проблем. Моли о пощаде. Они не увидят меня. Этот мой. Моли о пощаде. Этот мой. Так, на. Я тут отравляющий их, главное. Текс, текс, текс. Фишка в том, что... О! Вот это подгонь Джуманджилуса, 22 инты. Фишка в том, что я могу украсть у крипа, только когда у него меньше 90% хп. Ну, то есть, типа, он ранен, сам не может. Не, ну такой подгон Джуманджилуса, 22 инты, офигеть. Ну, ну, ну. Скорее бы у него ульта. А, блин, я, кстати, ульту не качнул. Кстати, через полторы минуты босс будет. Фух, блин, сейчас еще бы футмен добил, было бы вообще клево. Так, у боссов я ворую половину хп, половину атаки, это зашибись. Хп реген у меня нормальный. Сейчас после сбора дудки, наверное, буду сразу брать лайфстил. Надеюсь, что лайфстил с моим похищалкой голды стакается. По крайней мере, здесь не написано орб-эффект на моей похищалке голды. А карта вроде... Карта вроде более-менее стабильная. Ну, то есть проработанная. В этот раз, кстати, мы будем этот, будем лесных крипов мучить с Джуманджилосом. Дима все никак все деньги не добудет. Ну я не знаю, я построил башню в одном месте, он всех убивает заранее, ну, не доходя до башни, нахрена. Ой, кстати, надо... А, хотя наоборот. Пойду за ультой. В смысле, регенить ману, что ли? Оу-оу-оу, так. Да, ульта у него 400 маны, блин, даже с этим стафом жестким. А где... А, босс через 14 секунд только. Так, пока чувак танкует, надо, но, есть. Так, скелет халявный, эх, ну ладно, хотя бы так. Бьем пуджа, видите, 154, 159, 5 голды за удар я получаю уже. Это неплохо. И сейчас еще айтем соберу, айтем очень прям кошерный. Блин, не добил, правда, пуджа. Текс. Ага, так, и уходи, лошадка. Вперед. Текс, а чё, босса еще нет, да? Босса еще нет. Чего? Вообще уже вышел. Ну да. Текс, вот мы его ограбили. Ограбили раз. Ой, хп мало. Без проблем. Этот мой. Ой, сейчас сдохну. О, найс. Пришел Джуманджилос, похилял меня. О, халява. Так, давайте сейчас крадежку качнем. Кстати, как босс быстро отхилялся, гад. На, крадем. Айтем. Блин, три манны эти. Манны не надо, хилка не надо. Вуду дол. Что дает? 6 хп регенерейшн, 6 армора. Так, это тоже не надо нафиг. Ну, 6 хп регенерейшн, это хоть что-то. Так, ну я теперь режу еще круче, надо собрать маску смерти, купить маску смерти. И проверить насчет орб-эффекта. Ой-ой-ой. Вот это я наполучал. Ну, пусть пока хилка лежит. Так, что, давай, коняшка, неси мне маску смерти. Что, там у вас все хорошо, да? Нет. Я могу тебе еще один айтем за 500 купить, хочешь? Да я не знаю, мне союзника можно купить другого? О, у меня, кстати, этот... Без проблем. Я сейчас, смотри, я сейчас хп регенку принесу тебе. Без так. Хп регенку принесу, она за 400 продается. Несомненно. Курьером принесу. Так, ну что там? Надеюсь, мы тут всех сейчас убьем. Блин, я бы вообще РМК сделал. Ну слушай, у меня все слишком хорошо.
Без проблем. Так, курьер, главное не сдохни. Я жду приказа. Ну слушай, сейчас я вот тебе притащу этот хилку, она... этот, она устанавливает много хп. Так, это что такое? Все плюс 4, да нафиг. Так, ну что, идем? Идем порабощать дальше. О, лайфстил работает, деньги капают. Еее, ну это просто мечта. И лайфстил, и деньги. Ух, все, короче. Чувствую, мы с Джуманджилосом тут до конца дойдем, нафиг. Ну, паук. Ну. Ух, халява. Да, Фаерлорд очень крутой герой. Без проблем. Он особый. Дима, могу еще тебе денег дать? Сейчас я забаню его, пока помню. Да лол, а че ты такой жесткий-то? Ну, я ему как бы много раз уже написал. Так, ну, симпл, надо, наверное, симпл. Понимать немножко мозгом, что если есть рабочий, который строит башни, то драться надо под башнями. В End of Wizard. О, еще, кстати, этот. Давай, Джуманджилос, пойми, что тебе надо это взять. Так, надо этого паучка забрать маленького. Вот этого паучка. Блин, ёпрсте. Ой, Джуманджилос, спасай меня. Ой, все плохо. Ой, что-то он на крипца, что ли? На вражеского крипца кинул, что ли, это? Так, так. Так, найс. И вот этого еще надо ограбить. Блин, как больно-то. Блин, дайте как-нибудь отхиляться. О! Сетка! Больно вообще. Так, ну сейчас на бомже-паучках можно отхиляться. Вы отстанете же, да, гады? Но! Спасаем Джуманджилоса! Черт! Они спасли Джуманджилоса! Ну ладно. Ой, сейчас на нашей линии будет красота. Так. Simple Sword, Basic Close. Да, это я, конечно, дал. Ну, сейчас скоро уже рожусь, 18 секунд. Так, 1600, ну, это халява. Так, и потом, здесь, кстати, сапоги есть, но они, правда, очень дорогие, они, этот, дают возможность туда-сюда летать. Охренеть, тут я могу этих... строить войска. Ой, халявка. Рейндж Берек смогу поставить. Офигеть. Тут прикольно, конечно, что... У меня развитие вообще безграничное. Считай. Ну, да. Дайте 200. У меня за 300, раз в 30 секунд я могу строить таунхолд, который дает 30 лимита. Так. Блин, а где он? Блин, куда я побежал? Они не увидят меня. Моли о пощаде. Что приказы? Дали чуваку деньги. Превосходно. Без проблем. Эх, блин, хотел пуджа грабить. Отстой. Несомненно. О, 300 голды. Так, ну что, скоро будет Simple Sword. А ты куда принес артефакт, сказал? Ну, в курьере. Вот, выложил. Так это же просто поушен. А, и он дорогой? Ну, он за 400 продается. Ой, за 400, да, продается. Кто ты его взял? Ну? Фаерлорд. Ну, я Фаерлорду сказал этот, только одну. А, блин, они и шлем там раздербанили. Ну, понятно. Кого? Кого? Я ничего не видел. Кого отдай? Это так тут. Вперед. Несомненно. Это мой. Всегда тут лежал. Превосходно. Без проблем. Блин, что ж такое-то? Еще не добиваюсь такой атакой, это же надо постараться. Так, эту штуку с 20-кой атаки надо. И вот это надо выкинуть. Мана регенерация мне нафиг не нужна. Джуманджилос затаренный, конечно, вообще у нас. Два раза, видите, он на меня ультанул. У его ульта на всю игру дает статы. Очень хороший саппорт, прям вот образцовый. Мне кажется, здесь есть какой-то образцовый дэмэдж дилер. То есть у меня герой, по сути, особо никак не улучшающийся. То есть, ну, он... Но, у него есть, конечно, клевые спылы, но в основном он, считайте, носит артефакты.
Так. Без проблем. Клево, что здесь можно этот клево попушить линию, потом уйти и потом спокойно в лесах. А, блин, правда, босс приперся. Ну ладно, пофиг, пока этот босс дойдет, мы тут еще успеем. Текс. А потом еще вернуться на линию и там пофармить. Ну то есть прям мечта. Без проблем. Без проблем. Текс. За каким-то артом-то пошел бы. Текс. Ого, вот вижу твой дом. А где? Здесь куст же был вроде, не? А, куст выше. Текс. Сейчас я, по идее... Сейчас, правда, босс припрется. Без проблем. Вперед. Правда, не уверен, что этот реген сильный. О, Жванжилов добил. Так, гоу дефать босса. Ой, аккуратно, блин, сейчас как его возьмут. Блин, крипов тут еще нет. Ну ладно, сейчас все будет. А, это главное, чтобы Джуманджилоса, на Джуманджилоса не напали. Дефаем саппорта. Дефаем сап. А, вот этот тролль, да? Давайте его возьмем. Без проблем. 700 голды я ограбил тролляку. Да лол, запарил меня замораживать. А ну сдохни. Спасибо. Джей-ринг какой-то. Наверное, это сильный ринг. Возможно, Джуманджилосу пригодится. 2500 голды, найс. Так, ну что, надо этот, надо лайфстил какой-нибудь там космический собирать. Че, наконец до тебя крипы дошли, что ли, Дима? Счастье-то какое. Так, а что там дальше дает лайфстил-то? Так. Ну, внизу должно быть написано Orb Effect Don't Stack. Только когда я только опять приперся и все зафармил. Без проблем. Так, где Orb Effect Don't Stack? Или это типа лучший лайфстил в игре? Так, ну это заморозка, я так понял. А, должен быть этот мой Corrupted Sword тут написан. Corrupted Sword. Блин, походу лайфстил уже это последний. Что такое? А, норм щит. Так, мне надо уже от фигни избавляться. Потихонечку. Норм щит. Ну давайте возьмем норм щит тогда. Что за щит? Ой. Cool Shield. 5 хп, 40 damage when unit attack you. Ага. Что-то на линии все как бы все так же. Неинтересно. Идем тогда дальше. Так, и покупаем тогда этот item. Этот вот меч. Для него нужен Champion Sword. А для Champion Sword. Что там денег не завалялось случайно? Ну, есть. Сейчас я построю казарму, клёвые, наверное. У меня 5000 вообще, но я сейчас ищу что купить. Так, Champions World, Champion... А! А, я помню, Deadly Spear нужен, да? Ага. Ну, конечно, маны нужно космическое количество какое-то. Так здесь столько айтемов, есть айтем 160% маны регенерации. Ты вот походи по моим этим стопам, тут вон, например, 22 интеллекта валяется, шмотка. Ну как-то ребятки эти лучше играют, чем в прошлый раз. Ё-моё! Вот этот поворот. Вот эта троллина. Понятно. С ним пока лучше не сталкиваться. Блин, нифига я косарь потерял где-то. А, или я что-то купил. Не, я косарь потерял. Офигеть. Прикольно. Жалко косаря. Фарлорд еще отдался. Блин, ну там вроде было понятно, что все плохо. Я просто пока шел. А, еще копье 5000 стоит. Ёшкин кот.
Так, 10 секунд до меня. Ну, не знаю, ботинки, что ли, купить. Ну, там 5000 тоже. Такое все дорогое, блин. Но зато смогу тпшиться туда-сюда. Текс, ботиночки. А, там, кстати, какой-то щит, по-моему, простенький нужен был. Давайте посмотрим, что за рецепт на ботинки. Может, он не такой все-таки дорогой, как кажется. Вот эти вот они. Shield of Wood, ага. Так, до босса вроде, ну, еще не так. Вперед. Они не увидят меня. А кого я это? Так, ладно. Давайте вот этого ограбим. Айтем. Land of Wizard. Офигеть. Еще один, что ли? 22 инты. У моего этого, у лягушки моей скоро будет атаки больше, чем у меня. Блин, 4500 стоит этот айтем, зато позволяет перемещаться туда-сюда. Наверное, время, деньги, все дела. Так что сейчас быстренько накоплю. О, кстати, пошли бабы очень сильные, которые этот аккуратно, они кидают стаю. Стаю мышей. Ты здесь, да? Угу. Ну сейчас я вот куплю эту свою штуку, ботинки, могу тебе скинуть чуть денег там. Да, я не знаю, спасет ли тут у меня что-то вообще. Без проблем. Не, ну видишь, я потратил где-то минут 15, разобрался с героем и потом получил удовольствие от двух игр. Не, ну я тоже разобрался уже с героем, как бы, но... Не, в смысле, до игры. Толку-то, когда у меня союзник, который все зафармил, у него куча голды, но при этом я, ну, ничего не У меня осталось. Такое в первой игре было, и он потом отдавался в начале. Смотри, как башни ломаются вообще. Просто у меня, типа, герой должен соло-линию держать. Он, ну, типа, какой-нибудь должен быть лесник, видимо, в команде, и вот он соло-линию должен держать. Да, видишь, тут лесник-то... Мы очень быстро ломаем всех крипов, а главного босса пока убить не можем. Так что лесник пока весьма относительная такая тема. О, босс пришел. Ну ладно, он может, как бы, ну... То есть хотя бы человек, который не добивает, типа саппорта тоже. Потому что у меня потенциал просто огромен. О, не добил босса, да ладно. Артефакт of Speed, что это такое? О, блин, это крутая тема, конечно. Так, где лошадка-то? Мне нужно очень много голды, потому что войска дорого стоят, их на них улучшения есть. Есть там с очень большие рейнджовые войска, но я их пока не могу строить в силу вышеописанных причин. Да, конечно, я зафейлил, блин, то, что босса не добил. Так, лошадка, давай, скачи. Штука, например, которая одну голду дает, надо было ее уже очень давно построить хорошему. Тогда было бы все. Ну да. А сейчас вот мне башни снесут, потому что я их не успел построить. И не аяпнуть мне их не на что тоже, потому что там... Что, тпшиться к вам, что ли, надо, или что? Могу тебя защитить? Я не знаю, что хочешь делать. Давай тпшись. Ой, блин, я прям из-под башни. Блин, мне этот, представляешь, сбили крипы тп. Лол. Весело. Алия пощаде. Несомненно. Превосходно. Без проблем. Превосходно. Чё, идти к вам все-таки, что ли? Это мой. Как хочешь. Несомненно. В общем, сам отдается-то, что вот тут. Ну да, да, да. Ну прям вот моя первая игра на этой карте, вот, ну, в смысле, первое видео, которое я выложил. Там тоже чувак все стерял волной и отдавался в лейте вообще бесполезно. Не, у меня герой очень прикольный, конечно. Получается, у него есть как бы два пути развития. Он может в войска идти, а может в башни. То есть, ну, просто герой нестандартный, да, мало того. Так еще у него, ну, нелинейное как бы развитие есть. Это очень круто. Ну да. Он причем башни строит, которые прям башни-башни будут, а он строит, ну, а есть у него как скилл еще можно строить. Такую временную, но очень сильную. Черт, тут пацаны думают, что призыв в лес это типа... Блин, такая скорость передвижения у меня просто сумасшедшая. Блин, кое-как этого чувака победил. Здесь вон очень много айтемов есть, что в лесу. Прям космически много. Так, хотя лучше сюда. Пока сюда лучше пойти, курьеру путь.
А, мне еще и здание снесли, которое комп приносит. Надо было вообще врубить. Ну, я не думал, что сюда дойдут, честно говоря. Да не, там... О, один паучок остался, да. Блин, сейчас как заспавнятся они перед появлением курьера, будет обидно. Так, какой мне айтем не нужен? Вот этот щит, все могилы, нафиг не надо. Где курьер-то? Как думаешь, каково у нас шансы пройти далеко с минус 2 игрока, считай? Да, ну я в прошлый раз в соло все ломал. У меня очень, я очень сильно раскачался. Здесь айтемы, просто понимаешь, здесь айтемы дают, ну, как бы, по сравнению с жизнью на арене, айтемы делают тебя, например, там, в 30 раз сильнее, чем без айтемов, а здесь, там, например, в 2000, потому что очень много дорогих, сильных, мощных айтемов. Блин, куда идти-то вообще? Я что-то заблудился уже. Ванжилос только путаю. О, кстати, у меня же есть этот чувак. О, а, кстати, чувак есть сильный. О, четвертый раз на меня Джуманджулс. Этот... Блин, что-то он как-то терпит, мой чувак. Вроде сильный, но... Не, ну он халявный, сумон, чё. Главное, к троллине больше не идти. Там направо, по-моему, был кто-то ещё. Джуманджулс, давай, помогай. Ого, чувачок, 2000 криты. Это скилл твой или... Ну, вызванный пацан. Ну, скилл твой, да? Это... Нет, это копье. Покупаешь и вызываешь пацана вот это вот. Значит, а где артефакты? Блин, нельзя сюда... В лесу. Пушиться. Какие артефакты? Ну, в лесу достал артефакт. Ну, а, или это выше там? И здесь, и выше. Чувак пытался зафармить наш стак, но в итоге... У него проблемы. У меня проблемы с одним этим. Poison Trend. Три. Блин, промах. И непонятно, промах, потому что это баба отражает спылы или... Да, с манной-то намного повеселее. Ой, с лайфстилом. Моли о пощаде. Они не увидят меня. О, таверку там снесли. Ну это... Не знаю, кто-то писал, типа, не надо сносить таверки. Ну чё, я не знаю, в лес идти, блин, там... Только за деньгами халявными, но это уже немало, конечно. Без проблем. Так, а что там еще раз надо на этот эскалибур? Хотя мне сейчас бы на ХП лучше собраться. Да, я опять сейчас в процессе поменяю страту по сборке. Блин, барабан не хочется отдавать, он так... Этот... Нет! Что такое? Нет, кстати, ну, меня зажали. Да, я бегу тебе на помощь. А, они, кстати, на башню переогреваются, прикольно. Я бегу к тебе на помощь вместе с Джуманджулосом. Смотри, как я бегаю, вообще пипец. А, ты где там, блин? Я к базе бегу, куда-нибудь бегу от них. Да, блин, я понял. Да здесь есть такие лабиринты в этом лесу, блин. Ну, ну. Какая-то башня у тебя разваленная тут. Так, а, ладно, пока тут делать нечего на линии, пока босс дойдет там. Ладно, все, собираем все-таки армор. Вспоминаем, как он там собирается. Hero Armor, Talisman of the Wild. Так. Talisman of the Wild. Там плюс 1000 хп, я помню, он дает. Так, а Hero Armor, что там? А, Hero Armor тоже не здесь. Hero Armor вроде какой-то вот здесь дорогой, да? А, за 4500 айтем. Да, дорого. Так, а, зомби хелм, я помню, все три шлема. А, это изи босс. Они не увидят меня. Рядом молот. Несомненно. Этот мой. Блин. Кого я бью вообще? Что происходит? Ладно, короче, пофиг. То одного пытался ограбить, то другого, то еще что-то. Ладно, нормально, хотя бы добил. Интеллект, агила. Так, все три шлема нужно. Оп, оп, оп. И зомби-хелм. Зомби-хелм, помню, как маска Соби выглядит. Ищем маску Соби, вот маска Соби. Ага. Так, теперь покупаем Hero Armor. А чё этот зомби-хелм дает?
Ну, вроде много чего клёвого. Так, Hero Armor. Угу. Без проблем. Можно, кстати, этот правый лес какой-нибудь зачистить. Что-то ребятки отдаются. А что, где-то помощь нужна, что ли, или что? Без проблем. Превосходно. Погиб герой наших враги, напали на город наших союзников. Что-то я как-то странно тпшнулся. Что-то голем у тебя реально какой-то такой не очень. Он и... Да ты что? Вроде все деньги забирал, а сделать ничего не может. Чувствую, пока Джуманджилос придет, я все зафармлю уже. Без проблем. Кстати, вот много айтемов тоже лежит. Бутсов, кураж. Так они бесплатные, смысл от них. Ну, они клевые. Типа, смысл в том, что они это... Мне только деньги нужны, да. Мне сам герой по себе не особо прокачивается. Ну ты же говоришь, что мана нужна, все дела. Ну мана нужна, если... Не, ну ты хотя бы, если нормально затаришься, ты сможешь паучков хотя бы тех убивать, как минимум. У тебя будут деньги с этого. Ну здорово. Враги напали на город наших союзников. Несомненно. Блин, чуть не отдался об черепаху. Без проблем. Они не увидят меня. Мейдж армор какой-то. О, еще раз меня апнул Джуманджилос, найс. Так, карабосы сильные какие-то. Че, скоро у него там? А, вроде уже есть, нормально. А, ну, больше боялся. А, у меня же еще есть этот, забыл. Сильный пацан. Без проблем. Так что, мы уже тут почти до конца леса дошли. Пфф, изи вообще. Макура Тайдл Лорд. 750 голды. Скул Шилд. А, у меня такой уже есть. Несомненно. Превосходно. А, и все, что ли? Несомненно. Ой, блин, Мурлока убила, отстой. А, вот еще лес есть, оказывается. Блин, ну здесь этот ману сосуд. Вперед. В принципе, пофиг. Я жду приказа. Охренеть, у меня на шестом уровне там ульты. 900 мана, 11 хп регенерейшн, 250 мана. Ой-ой. Тут есть айтем прям для Джуманджилоса. Блин, у меня, короче, герой вот втройне просто обиднее из-за всей ситуации, потому что у меня на 6 левел люты есть здание, которое кастует на всю карту какие-то спеллы. На 9 уровне есть аура на всю карту тоже. Так ты собери хотя бы айтемы клевые по карте, уже что-то будет. Так. Ты понимаешь, что ну, эти здания там стоят, например, 1500. Ну вот у меня самая простая катапульта стоит 1500. Ты думаешь, на паучках я быстро нафармлю на 1500? Ну так потом построишь там башню. Без проблем. Так. Ой-ой, надо телепортироваться. О, Фаерлорд! Сейчас как мне прилетит? О, Мурлок, верный Мурлок рядом. О, верный Мурлок всегда рядом. Блин, офигеть, пришел Фаерлорд, главное, отдался об эту бобине, а она не пошла меня гасить. Это лак. Так, что там нужен? Талисман какой-то, да? Там вот этот вот. Талисман The Wild. И арморка сама. Без проблем. Да, Хейн, конечно, подстава. Мимо проходил такой. Не, ну я того босса тоже, наверное, могу убить. Сейчас надо попытаться этого. Кстати, босс скоро. Огрлорд, кстати, такой сильный. Без проблем. Что там Джуманджилос-то хочет? Так, что, сейчас, ну тогда сразу этот, близко к их базе, быстренько возьмем этого. Без проблем. О, босс. Так, главное его ограбить и убить. Какой я добрый. Отлично, меня подхиляли, дали мне армор. Я больше не сладкая цель. Промах! Да ладно! Там какой шанс-то промаха, блин?
6% шанс промаха. Лакер есть лакер, блин. Герой наших союзников. Моли о пощаде. Свиток силы, кстати. Лол. Джуан Джилас решил по... Блин, курьер сдох. Короче, Дима, есть айтем. Он стоит где-то, наверное, там 20 тысяч. Я его себе собрал. И Джуан Джилас по приколу его себе взял. Но есть одна особенность этого айтема. Не выложить. Не выложить. Это типа айтем, который, считай, делает тебя неуязвимым практически. Ну, то есть он делает тебе геройский армор, и ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, начало большого пути. Этот мой. Да. Ладно, я пойду пока там делами займусь. Без проблем. Ну, да. Пожалуй. Может, и денег дать, я не знаю. Да забей, тут уже ничего не сделаешь. Ну, просто мне... Соло скучновато немного. Ну, а мне скучновато тоже. Там, по 10 голды зарабатывать, когда атака стоит 1500. И это самый дешевый юнит еще. Чувак говорит, есть что-то, что-то ненужное. Вот, было у меня что-то ненужное. Некуда к нам, без проблем. Ой, вау. Да, Джуан Джилас затащил. Так, надо хотя бы курьера купить. А, или он уже купил. Давай. Да, прикольно, блин, опять я соло. Ну ладно. Опять я один каменчу. Ну ладно, идем убивать наших юнитов. Он еще и пикнул напоследок. Ну хоть не пукнул. Тоже хорошо. Так, ну что там? Шлем, шлем, шлем. Зомби, армор, рецепт за там 8 с чем-то тысяч. Да, это, конечно, такая... Не, ну, в принципе, всем нужен этот тайтем под конец игры. Он сам себе его не соберет. Единственное, мне надо было его первому собирать все-таки, чтобы крипов гасить. Так, надо курьера Ctrl-5 сделать. Так, где там зомби-шлем? Вперед. Текс, все пока просто. Ну плохо, конечно, что вот так вот челленджа нет в карте, но зато как бы ты знаешь, что знаешь, когда, в какой момент, ну что есть боссы, когда есть боссы. Джуан Джилас все еще в шоке стоит тут. Так. Ну это такая фановая карта, поэтому я на него не злюсь особо. Ну не то, что прям совсем фановая, но этот, по крайней мере, нету прям супер цели там что-то. Ну, довольно просто. Тем более он так мне саппортил клёво, что мне грех на него обижаться. Так, чё, за 4200 талисман. Ну чё, давайте вот сюда сходим. Вот этих вот ребят завалим. Мне бы, кстати, ещё топор, который этот дает АОЕшку. Scroll of Agility, 22 агилы. Без проблем. А, кстати, этот свиток надо взять, эту книжку надо взять, она уже тут валяется. Так, ну пока мне ничего не выложить, к сожалению. Без проблем. Превосходно. Что-то я боюсь, что без лайфстила он особо-то не натанкует. Превосходно. Несомненно. Текс. Ну что, по идее, должны сначала вот этого чувака бить. Вообще, по идее, должны... А чё меня-то? Чё меня, чувак? О, найс, этого начал бить. Ух, сейчас с армором бы. Блин, 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 ну чё меня? О, Фаерлорд приперся. Не сказать, чтобы он тут... А, хотя не, он этот перетаргетил. Это очень круто. Главное, ограбить его. Без проблем. Айтем. Ой-ой. Деньги потерял только.
Что за айтем? 70 дэмэджа, 20 хп регенерейшн. Да, без меня тут вряд ли затащит. Что-то ребятки не доминируют. Что-то и коняра тут отдается. Ну сейчас я сразу тпшу сюда тогда. Коняра тут совсем отдается. Тупик. Вперед. Ну, тролля там потом заберем за него, тоже сколько-то денег дадут. Мне главное просто бить. Ну, конечно, это, если бы у меня ульта была, я бы его изи забрал. Сейчас, кстати, брудмазер идет. Они не увидят меня. Моли о пощаде. Так, сейчас еще пак заберу. Кстати, вот здесь какой-то есть еще подъем. Видимо, с их базы вход. Че, убили, что ли? Да, убили Джуманджилоса, черт. Так, ну сейчас брудмазер завалим. Вот, чувак нормально идет на нашу линию. Ну, то есть мы его подфармили. Без проблем. Он у нас. О, грин флаг, кстати. Это не тот флаг, который мы ищем. А, тут синий флаг был какой-то. Так. Ага, осталось 6300. Вперед. Желательно брудмазер без ульты добить. Этот мой. Без проблем. Время молодо. Так, а где босс? Я не понял. По идее, здесь должен быть босс. Без проблем. Несомненно. Превосходно. Да своровал, он там орб-эффект. Во-во-во, вот это я сейчас пробегу. Ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ру. Да, нормально. Превосходно. Несомненно. Без проблем. Так, а что там, чуваки-то держат? Нет, видимо, не очень держат. Так, тогда подходим. Не знаю, ту, что ли, потратить. Слушай, что тебе нужно? Хотя, я думаю, так справимся. Да, это вам не тролль. Да, чем больше хп, тем больше я денег получу. Так что, в общем-то, это плюсовая тема. Может быть, кстати, если бы я айтем не пытался своровать, то все было бы круто. Но просто там голды, наверное, 1000 где-нибудь давалось, например. Без проблем. Время... О, вот такая вот 1000, да, именно. О, 800 еще. Ну, найс, я почти. Почти собрался. Ой-ой-ой, больные какие-то паучки. Еще с каждого 120. Ну вот, вот, в общем-то, и мой арморчик подъехал. Сейчас главное, чтобы его никто не забрал в этот раз. Ну, курьера тоже мне бы желательно не отдать. Он-то его с пола поднял. Так что... Без проблем. Без проблем. Так, и что тут Димин, он чувак стоит? Без проблем. Несомненно. Так, денежки. Ну что, вот эту штуку выкладываем. Ой, просто сейчас бы он подумал, о, артефакт подвезли. Я решил второй айтем отдать, да, невыкладываемый. Здесь еще и меч невыкладываемый такой. Так, ну что, идем. Теперь мне не будет никаких проблем. От геройской атаки я 90% получаю, а обычные ребятки 110%. Ну, то есть, клево. Ну, хотя не сказать, что прям разница на миллион. Так, ну теперь собираем меч тут дорогущий. Без проблем. Этот такой скастовал. Не, маги тут, конечно, стоят. Ну, я думаю, здесь все от моего героя. От моего героя с бустом на старте. Все, наверное, отстают. Среди паучков очень хорошо воровать агилу там за каждого юнита. Сколько здесь айтемов валяется, прям вообще мечта. Здесь, кстати, плюс еще игры с рабочим, что рабочий ставит штуки же вот эти вот, на которые можно тпшиться по всей карте там. Так, что вот меч, голову с плеч. Здесь причем продумано, вот этот неулучшенный меч дает. А что это как-то слабо бью? Вот это давайте гасить. Неулучшенный меч дает сброс всех статов, улучшенный тоже там дает.
Так, там, по-моему, какой-то Dual Sword был нужен, или что, или я ошибаюсь? Нет. А, все, Sonic Gloves нужны. Sonic Gloves, ага, я помню даже, как они собираются. Так, ну что, идем троллину мочить? Без проблем. Ф на него заюзаем и изи убьем. Хотя зря, наверное, заюзал, так его смог победить бы. Так, еще один айтем спер. Ой-ой-ой, он похилялся, гад. Ток-ток-ток, кстати, не так-то все изи прям. Ну, в смысле, я его точно убью, но... Еее. Киллер Блейд. 150 бонус дэмэдж, нифига себе. Так, блин, этот чувак все себе спер. Ну и ладно, короче. Без проблем. Блин, надо тпшиться. А, где? Че? Вперед. Ну пусть берут все айтемы, а я себе лучше соберу. А то эти айтемы еще фиг. Фиг во что потом переделаешь. Моли о пощаде. Вперед. Текс. Нормас. Ну там они справятся, я думаю. Можно в лесок сходить, конечно. Тоже до конца. По сути же мы там до конца, по-моему, сходили. Я жду приказа. Без проблем. Кто же такие айтемы? Места знать надо. О! Толстенький кабанчик. Что, здесь что ли протекают? Или что? А. Они не убили. О, золото валяется, смотрите, халявка. Оп, 250 голды. Интересно, а они этот? Рандомно валяется. Без проблем. Тыкс. А вот еще бандиты. Бандиты нападете? О, напали сами, молодцы. Так, нужны, то есть, перчи и перчи. И 10 тысяч еще рецептов. Ну, сначала вот этот рецепт. Ой, ну это какие-то бомжовые пацанчики, конечно, но ладно. Напали на город наших союзников. Ой-ой-ой. Такие, я тебя убью. Что тебе нужно? Так, ладно, этих я 200 лет буду бить. Этот мой. Блин, ну пустите меня, алло. Собаки чертовы. Потому что... Ну видите, с таким армором мне вообще ничего не страшно. На город наших союзников. Вперед. Собаки просто, блин, очень сложно убиваемые. Мой. У них геройская защита, соответственно, нужен вот этот вот айтем клевый. Так, перчаточки. Перчаточки. Так, осталось 2000 накопить. Да блин. Ну. Да, собак запаришься тут гасить. Так, давайте вот этого тролля заберем. Такое чувство, что он даже проще уходит, чем те ребятки с геройским армором. Ну да, сейчас мы быстренько денег заработаем. Несомненно. Опять айтем. Да не нужны мне ваши айтемы, блин. На город наших союзников. Че, лайфстил мне там дали? Да, ё-моё. Что-то, походу, сейчас на всех линиях проблемы. Здесь проблема. Там, блин, этот, чуть осталось вроде. Так, давайте этого завалим. Без проблем. Они не увидят меня. Где там? О, ёпрсте, тут собаки еще. Собаки какие-то, конечно, бешеные. Ну, видимо, мы тут не выиграем. Ну, то есть, блин, просто уже ребятки не держат линии, к сожалению. Да ёпрсте, давайте вот этого заберем. Так, меч. Меч. Финальный меч. Так, найс. Чё тут? Выдержит-то? Все плохо тут, да? Ну, у меня-то нормально, а вот... Ну, я дефаюсь то одну линию, то другую. Ну, я купил сейчас меч сильный. Ну, я купил тот армор, во-первых. А, здесь вообще цель какая? Типа там вот в этих линиях что-то спушить, да? Спушить финальный дом, оттуда вываливается сильный босс и убить этого босса. Напали на город наших союзников. Так, что там, что там? Где все более-менее нормально? Вот здесь опять плохо, да? Нас атакуют. Ох.
Я жду приказа. Ах ты, ёшкин кот, они, блин, сбивают сетку, сбивают ТП, гады. Они не увидят меня. Я прям вот вообще хотел бы нормально сыграть. Очень интересно. Ну, так да, так ты бы героя посмотрел, когда я тебе днем написал. Ты бы понял, что у тебя и как, для чего, и где. Там где-нибудь в лесу построил бы башню. Я просто, если бы за этого героя сразу пошел в мультиплеер, то это было бы жестко. Да не, за этого все понятно. Я же за него играл, вот когда еще мы первый раз эту карту тестили, когда тебе не очень понравилась она. Я за него же играл. То есть я помню, что он строит башенки. Там, строит, ну, правда, я только башенки строил тогда. Сейчас, оказывается, у него вообще там безграничное развитие. Ага. Что есть так. Он аура на всю карту. Слушай, а ты можешь посмотреть айтемы? Типа да. Сборник, который, да? Да, мне надо улучшение лайф... Ну, в алтарях самые сильные айтемы. Мне нужно улучшение лайфстила. Угу. Ну, сейчас только я ненадолго здесь сейчас. Там пойдем вещи собирать. Ого. Ого, ну, плюс да. 776, это я жарю. Так, надеюсь, выдержат ребятки, и я пойду быстренько пушить. Надо прям жестко. Ливень атак тебе не нужен, кстати? Нужен. Только тут желательно сильный айтем. Ики, ну да, это в алтаре. Да, давай, 10, какой? 260 урона, 36 какой, какой? Силы и 36 кливинга. А? Какой? Еще раз. Какой айтем? Ики, ну короче, топор такой в середине слева. Второй слева. Ага, в левом алтаре. Deadly Spear, Ring of Strange. Ага. Моли о пощаде. Да, конечно, когда я включаю эту штуку, в зависимости от агилы. Текс. Чё там? Я могу, интересно, в соло там прям напасть на тавр? А лайфстил у тебя что дает? Corrupted Sword. Значит, скорее всего, из него. Ну да. Очень с высокой вероятностью. Здесь ничего нет из него. О, здесь какой-то... Враги напали на город. Зачем тебе команда пишет? По идее, каждый должен быть хотя бы там, ну, на четверть от силы моей. Не, ну, Джуманджилас мне зачем? Это четко понятно. Да жесть. Так, наши сейчас станут сильнее. 65% на 2,5 крит есть. Они не увидят меня. Вот это круто, кстати. Моли о пощаде. Блин, там то есть где-то в два раза твой урон увеличивает с автоатак. В два раза увеличит урон с автоатак? Ну смотри, 230 урона, 70% атак спид и 65% нанести 2,5-кратный урон. Так есть 4-кратный урон. А, 75. А, но зато 60% 65. Да, там, по-моему, 15. Ну слушай, я не вижу ничего на лайфстил. Странно очень. Да, это плохо. Блин, нам тут здание ломают. Так, ну-ка, надо посмотреть, как там выглядит твой сворд. Ух, я даже собак уже ломаю, короче. А, так он, наверное, не этот. Или хотя... Этот меч купленный, и он купленный. Купленный, да? Ну да, вот он. Странно. Такс. Ring of Strange. Large War Axe. А где, блин, Large War Axe? Это, наверное, базовый какой-то айтем. А, да, нашел, nice. Нашел. Так, ну Найс, я отпушил. Теперь сюда идти отпушивать. Пацаны там, надеюсь, на базе вражеской похулиганили. Враги напали на город наших союзников. А, блин, я не купил этот. Ну ладно. Так, теперь кольцо силы надо. Чё ещё, блин, собрать? То есть у меня сейчас, по сути, три слота, ну, 4 слота с лайфстилом. Угу. Обязательных. Они не увидят. Я не вижу ничего, что давало бы лайфстил. Ну, тогда просто что-нибудь. А? Что-нибудь сильное. Ну, вот с критом неплохая штука, мне кажется. 70%. Ну, ты сравни два этого на крит, пожалуйста. Один из них первый в магазине там или второй. Так, барабан, чё? Increase move speed. Они не стакаются?
По-моему, два крита стакаются. Ну. Блин, собака моя. Я где? Вот здесь вот, да? Артефакт мой. Блин, а где мой айтем-то? Вот. Напали на город наших союзников. Без проблем. Так, все, кливинг есть. Ой-ой, жесть какая. Без проблем. Так, эту штуку надо прожимать. Есть 1% хп в секунду, реген. У тебя много хп? Вперед. Мне, у меня ласти лацки. А, у тебя хп мало. Все, я вижу. Блин, ну, просто если было бы много, это почти что. Ну, в каком-то смысле даже лучше. Есть шмотка с 35% эвейжена и 400 урона обратно при атаке возвращает. Ого, 75% эвейжена? Нет, подожди, сколько? 35. А, 35. Не знаю, мне бы на атаку, у меня жирность-то и так как бы нормальная. Ну, если у тебя высокая скорость атаки, наверное, 12% на 5,6. Ну, хотя, не знаю, мне кажется, по расчетам как-то 65% на 2,5 покруче будет, чем... Блин, ну чё никто не дефает-то, алё? Такое чувство, что я один играю, блин. А, хотя там есть чувак, ну. Да, кливинг, слушай, кливинг очень помог. Вообще. Так, а он, наверное, через этот, через армор бьёт. А у них он. Да, да, да. Армора. Да, блин, курьера нет, отстой. Не знаю. А ты еще жив там? Можешь как-то мне курьера купить? Ну или в смысле, чтобы я там через тебя купил? Чтобы... У меня просто нет времени на базу забегать. Ну давай сейчас этот, контроль. А ты на базе? Да, я сейчас куплю. Там сразу улучшить можно его. Или там сразу улучшенный продает? Купил курьера. Купил. На у фонтана стоит. Угу. Можешь контроль же? Да. Я поставил все. Блин, что бы. У меня 12 тысяч. И есть, в принципе, еще, ну, вполне один слот как минимум. А если ботинки продать, ну ботинки, наверное, нельзя продавать. Ну покупай этот самый топор, который 65% на 2,5. Да у меня, блин, атака не такая большая. У меня так спит еще бы желательно еще сильнее. У меня просто этот. Ну, тогда покупай катану, которая. Или агилу мне еще. Ну смотри, есть вторая, ну, второй вариант этой катаны, которая дает 120% атак спит вместо 70%. И она с 12% шанс на 5,6 крит. Они не убьют меня. Покупай ее тогда. Катана, Dual Sword и что-то там Sword еще один. Блин, там огребаем теперь. Че, я не могу тут забрать, да? Увидят меня. Хера ты там фармишь? Где? Так это не деньги, это. Героям. Это дамаг. Сейчас. 540 за удар голды. Так это не голды, это этот магический урон дополнительный. Ага. Напали на город наших союзников. Да блин, давай уже. Так долго ты пышется. Несомненно. Ой, блин, там справа еще жесть. Без проблем. Блин, я базу вроде зачищаю врагам, вроде наши крипы должны становиться сильнее, но что-то не помогает. Враги напали на город наших союзников. Так, что еще надо? Вот сейчас вот эту линию тогда можно зачистить. Блин, ну где нам у нас строение-то уничтожено, офигеть. Я хотел, блин, этот, типа, крипцов в лесу гасить, но как-то странно, начали ребятки вот сильнее в этой игре, чем в прошлой, союзные, а продолжили что-то, ну сейчас вообще никто ничего не может сделать особо. Так, 2000 голды. Без проблем. Так, ну давай, что значит, что покупать на тот артефакт? Катану. Без проблем. А катану как из чего? Где она? Лайти. Сворд. Рун. Блин, короче, эти рунические перчатки. И Базик Клаус. Блин, у меня что-то тут. А, у меня твой герой выбран. Ёпрасте, сейчас надо его. Он Базик Клаус, я вижу. Так, да. Лайтли Сворд я купил, это купил. Так, и что еще? Иронические перчатки. Перчатки там нужны еще. Ага. Перчатки купил. Так, теперь катану надо. Ой, волчара тут какой-то типа босс. Изи вообще.
Кадюка. Ой. Чупак как-то умудрился отдаться. Как же ты это делаешь, друг? Волка привел. Ха-ха, Джуманджилс, красавчик. Два волка на линии. Так, чё, катана. Угу, купил. Да блин, теперь здесь твой рабочий мешает. Так. Катана. Ага, чё ещё? Dual Sword. Ты где-то его там выложен и лежал. Да, Dual Sword это тоже рецепт. Аккурат Sword и Lightly Sword. Без проблем. И аккурейт какой-то Sword тоже. Блин, блин, уже больно. Ладно, короче, плевать. Он не здесь. Текс. А, он в этом тоже, Blacksmith есть. Сразу купи, там следующего покупай. А где куры? А, такая вот. Сабля. Вот, это. Да. Из этих сделаешь дуал, и можно собрать артефакт. Мунген. Чё, какой? Это тоже здесь? А, Dual Sword, ага. И теперь сразу собирать окончательный? Не-не-не, еще нужен тебе этот Accurate Sword. А, еще один Accurate Sword? Да. Так, ну чё, наши крипцы должны стать просто чемпионами. Этот мой. Я тут их этот усилил нереально. Этот мой. Так, аккурейт сворд. Ага, ну все. Собрали. О, Агила. Всё, собираю уже последнюю. Без проблем. Вторая слева. В алтаре. Моли о пощаде. Без проблем. Без проблем. Несомненно. Так, найс. Без проблем. Че, вся база зачищена? Вот еще одна. Так, второй в алтаре, да? Муген, ага. Так, ну найс. Ну я не знаю, что, теперь только ботинки выкладывать. Ну, вот последний какой-то айтем, который я не знаю, который делает меня неуязвимым, что-нибудь такое желательно. Типа на ХП что-то все-таки нужно, да? Ну, не, ХП не надо, а просто... Ой, ёпрст, ой, здесь убивают. О, красавчик, Джуманджилла скинул этот неуязвимость. Блин, ладно, этот... Оставим им это. Давай. А здесь еще... А, нормально, здесь ничего нет. Как больно-то. Так. Есть шмотка, которая наносит 20% твоих максимальных ХП врагу и тебе. Ого. Ёпрст, ты нам там базу сносит, я чуть отвлекся. Нам тут торт приносят. Ого. Блин, все плохо. Хотя магии не бьют. Да не, меня вот этот вот чувак станет. Единственное, что мне не нравится. А остальное все норм. То есть он финальный босс, он станет, и ты из стана в принципе не выходишь. Ну слушай, ну есть, короче, вот Hero Armor, которая штука там, Immortal. А Immortal это просто очень много армора. Ну, это не только просто очень много, это 2000 хп и 40% спел резиста. Я не знаю, сколько крипов-то можно наших усиливать-то? Они какие-то у нас дрящевые крипы. У нас уже ребятки по их базе разгуливают. Так, Муген. Пришла пора взять, видимо. Вперед. Текс. Могу собирать сильный... Наверное, за этот, за людей надо взяться. Кому что купить? Так, все, давай... Блин, теперь там пушат. Не, короче, ботинки продавать это не вариант, я понял. Если бы ты мог мне скинуть денег много, я бы купил много катапульт.
Ну, я не знаю, я могу тебе на, за 10 тысяч что-то буквально даже купить. Ну просто, конечно, этот потери большие при конвертации. Купи мне талисман узовая. В следующий раз. Так, сейчас куплю. Куплю чего? Талисман узовая. Вот это. По-моему. Блин, постоянно вот туху, что. Блин, он даже. Хотя он даже написать правильное название этому не может, может. Без проблем. Надеюсь, люди будут писать конкретные названия, а не то, что типа. И два шлема. Каких? А ты пушишь где-то героем? Хэви и первый. Хэви и первый. Я не знаю, я отпушиваю тут. Но я сейчас это, заявки выполняю. Вот, кстати, примерно в той игре, вот в это время, я снес главное, самое главное здание. Так, ну сейчас еще несколько зданий у них на базе разрушу. Без проблем. Несомненно. Так, Ancient Гидра там пошла. Без проблем. Между приказом. Они не увидят меня. Так, сейчас еще талисман. Не спеши. Выбирай сумму. Рецепты Мортала. Сейчас купим рецепты Мортала. Блин, боюсь, что пацаны все равно не затащат, даже с такими вливаниями. Этот мой. Они не увидят меня. Несомненно. Так. Вперед. Без проблем. Текс. Че там, ну вроде нас не пушат, уже успех. Без проблем. Вообще не получается, блин, видите, на базу сходить. Ой, точнее, крипов там каких-то побить, потому что я один тут между четырьмя этими линиями, блин. О, книжки. Так, чё кому? Отмазался, отмазался. Ну как раз, это, кстати, естественный отбор. Тот, кто не справится в одном сообщении написать, то тот как бы и этот, наверное, и айтем ему лучше не покупать, не тратиться на него. Они сейчас еще подерутся там. Они не увидят меня. Кстати, снова 18 тысяч. Без проблем. Блин, я сейчас не смогу, наверное, забрать. Хотя смогу бы. Так, ну все, башня у врагов практически полностью зачищена. Вот это, нет, это опасно. А вот еще же здание, ёпрсты. Еще себе, смотрите, как база вражеская атакует далеко. Ну вот это я могу забрать, наверное. Все, крипцы у нас просто этот, КМС по боксу. Там какая-то гидра пришла на базу, 27 тысяч хп. Ага, ну сейчас мы ее быстренько подфиксим. Что тебе нужно? Без проблем. Несомненно. Враги напали на город наших этот союзников. Мой. Прикольно, у меня, короче, есть, ну вот, из тех башен, что надо строить. Они не увидят меня. Есть улучшение за голд, а есть за ману, Малия, которая типа башня копится. То есть со временем можно ее бесплатно этот улучшать. Союзников. Они не увидят меня. Офигеть. Тридцаточка. Без проблем. Так, а что там людям покупать? Ты не видел? Ринг. Ого, все статы плюс 44, офигеть. Плюс 44, все, неплохой айтем, да? Вот так, да. Некуда класть. Без проблем. Ух ты ж, ничего себе, блин. Ой, ладно. Вперед. Не буду дальше смотреть даже. Так, чё кому покупать, ладно. Вадим, сделай Immortal у тебя в третьем слоте. Несомненно.
А, чё, я иду к самому главному боссу, короче, вот там вот. Чё тут? Сразу, кстати, это... Блин, а у меня нету... Ёшкин кот. Больно? Больно, товарищ. Несомненно. Блин, без Джуманджилоса я никто. Все, чувак, забей. Без проблем. Несомненно. О, отхиляться. Превосходно. Без проблем. Несомненно. Ой-ой-ой, что-то зря чел сюда подошел. Да блин, беги, глупая, беги! Ой, какая ж ты неумная. Офигеть. Превосходно. Без проблем. Превосходно. Без проблем. Несомненно. Нужен Джуманджилос мне. Блин. Без проблем. Слишком быстро всех убиваю. Без проблем. Я все приказываю. Превосходно. Несомненно. Так, ну что, воруем Агилу и поперли. А где Джуманджилос-то? А вот Джуманджилос. Вроде разрывается. Гном толстый. Кстати, а что он купил? Купил на толстоту-то. Блин, что-то отрицательное этот. У него маны-то много, блин. Нужно, там выпадала такая штука на этот... На ману сжигания для крипов. Походу, она нужна. Давай. О, найс. На, гадина, на. Еее. Несомненно. Некуда класть. Game of Hates. Без проблем. 80 ко всем статам. Офигеть. Ветеран армор. Ну-ка. All stats плюс 70. Несомненно. 150, 46. Так, это не то. 900 демейджа. Офигеть. Да, слушайте, 900 атаки. Неплохой айтем такой. Враги напали на город наших союзников. Да лол, сейчас еще главный дом потерять бы. Фаерлорд стоит в панике на базе там. Не уверен, что ему нужен айтем, конечно. Ну-ка, своих бить нельзя, да? Ножи. Напали на город наших союзников. Несомненно. Что ж такое-то? Вперед. Не знаю, надо на сильного босса еще сходить. Блин, дух негодина. О, кстати, боссы поперли. Ну пофиг на этих боссов. Надо завалить супер-мега-босса. Несомненно. Так, блин, тут всякая фигня. И вот тот сильный пацан. Джуманджилос рядом. А, это... Превосходно. Несомненно. Так. Превосходно. Враги напали на город наших союзников. Несомненно. Так, скипетр не нужен. О, когти плюс 900. Ну, найс. Несомненно. Ёпрес, нам сейчас дом снесут. Ну, алло, ну как так? Ну, где все? Ну, почему я один играю тут, а? Да это жесть какая-то невероятная, блин. Холокост какой-то. Ну чё там, ребятки, ну что же вы делаете-то, а? Ну как так? Ну просто один дешевый босс тут всех стопает. Ну ёшкин кот, ну это издевательство, я не знаю. Без проблем. Ого! Вот этот холокост! Несомненно. Враги напали на город наших союзников. Вперед. Без проблем. Ох, да что там тыкают-то? Этот мой. Кстати, теперь без кливинга, то есть я от толпы не так хорошо отбиваюсь. Они не увидят меня. Да блин! Несомненно. Без проблем. А-а-а! Да все, убегай, глупая. Без проблем. Блин.
Их слишком много накопилось. Ой, живи, живи, Джуманджилос. Родной, ну, кстати... Да, как же ты так тупишь? Блин, с Кривингом, конечно, я бы тут все разнес к чертям. Но я, типа, под босса уже снарядился. Без проблем. О, босса случайно завалил. Дали о пощаде. Несомненно. Так, ну я так понял, это мы особо никому не нужны. Блин, у нас есть голем, но он просто вот, как бы, считайте, что его нет. А что за ник у чувака? Вперед. Вот, по-моему, кстати, могу ошибаться, но он с нами играл, по-моему. Исполнил. Уже. Сейчас боссы еще идут. Надо всех боссов завалить. Без проблем. Несомненно. Я жду приказа. Без проблем. Моли о пощаде. Блин, плохо, что как только босс появится, блин. Вперед. Кто там ульту заюзал уже, или что это такое, блин? Вперед. Кто не с нами? Против. Блин, я стою. Я все еще стою. Я все еще стою. Я бью, я дерусь. Да ладно. Драка. Так у него получается не вечный стан. Найс. Живем. Это, кстати, я играю сразу же после первой игры. То есть не увидел ваши многочисленные комментарии. Он с кем-то хп поменялся. Я горю там что-то. Ой, все плохо для меня. Все живы, что ли, или нет? Блин, как больно-то мне. Ой-ой-ой. Блин, подлаг в самый неподходящий момент. Как раз... Ой, я сейчас догорю, походу. Они не увидят меня. Моли о пощаде. Да, все, походу, конец всем. Вперед. Кстати, эту штуку надо взять. Мой. Я что приказывал? Вперед. Так, ну вроде пока живем. Блин, я, кстати, не сохранялся. Вперед. О, гасим его. Сетка поперла. Уже все потратили. Транжиры какие. Так, 50 тысяч хп. Неужели? 17 тысяч криты у меня. Сетка у Джуманджилос. Да, конечно, Джуманджилос такой герой, просто королевский саппорт. Еще и сетка. То есть мало того, что он бафает там на всю игру. Ой, все, опять я атаковать не могу, отстой. Ой, Найс, он гнома бьет, как же проперло-то. Так бы он меня завалил и все. Они не увидят меня. Сколько, интересно, денег за эту игру заработал? Ох-ох-ох. Миссл 32. Миссл 32. Найс. То есть мы разблокировали специальную миссию. Ну что, мы убили самых сильных боссов на этой карте. Убили главного босса. Погорели, тоже важно. В принципе, неплохо. Фух. Жалко не написано, сколько... Ого, смертей 20 у чувака. Жалко не написано, сколько денег я заработал. Просто чисто для галочки узнать. Потому что, блин, это реально было круто. Этот герой просто моя мечта. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось. Всем счастливо, всем пока.